Волосы. Может быть, может быть. Яна, Яна. Как дела? Что, вы там кино смотрели, да? Как там кино поживает? Я чуть-чуть посмотрел с вами, понял, что что-то это не мое. Что-то это не мое такое кино смотреть. Там все поют. Я вот не люблю, когда люди... Вот весь фильм люди поют. Прям вот не могу. У меня кринж включается, и я такой... А, не, я такое не хочу. Не, не буду, спасибо. Мюзиклы поживают отлично. Вот, я мюзиклы не очень люблю. Так, что мы сегодня? По идее, мы сегодня должны Exodus начать. Вот. По идее. Ну ведь мы... Нас же никто не заставит делать то, чего мы не хотим, верно? Нашла воспалившийся мышечный узел. Размассировала его. Немного меньше стала ныть спина и нога. Что это вообще такое? Какой нафиг воспалившийся мышечный узел, Яна? Смотри, развалишься прямо на ходу. Что за дела? Не настолько мы старые, чтобы у нас так все вот болело. Поднялась температура. Ты его размассировала, а он тебе температуру такой. Нац, получите, распишитесь, да? Го. Го. Не делай все это. Порой вот сидишь, вот я порой сижу дома. И урона получаю больше, образно если выразиться, урона получаю больше дома, если, нежели если бы я ездил на работу, ту же самую. Как будто бы, если я вот рано встаю, еду куда-то, там работаю целый день, весь день на ногах, потом едешь обратно, и потом пешком домой, потом приезжаешь весь такой уставший, но ты здоровый. А когда дома спишь, высыпаешься, просыпаешься, когда хочешь, проводишь день, как хочешь, и потом опять снова, снова, снова. Как будто бы это вредит сильнее, я не знаю почему. 37,4, это неприятная температура. Мышцу, когда перетрудил, получаешь. Как это ты так это умудрилась перетрудить мышцу, где... Что аж спина и нога болит. Это где ты так перетрудилась? Это что тебя так трудило? Это что, вот эти вот рожи все время, да? Эти вот рожи, вот эти летающие рожи, они всегда здесь, да? Я что-то про них совсем забыл. Так, кстати, вот это надо убрать. Где оно? Нет, это не оно. Апфрейм, он не нужен, когда не Redemption. Кстати, Redemption я допрошел сам. Не знаю. Не могу я играть в Redemption на стриме. Я что-то пытался. Он меня сейчас что-то тормозить так стал сильно. Неиграбельно. Сам допрошел. Я тебе сейчас, если напишу, где мышца перетружена, ты просто поржешь. Ну давай, я буду стараться не ржать. Как? Я... Хотя мне задавали похожий вопрос. Почему, как ты умудрился, типа? У меня был усталостный перелом. Усталостный перелом стопы. Притом, в тот период времени, когда у меня я получил этот перелом, по-моему, я много даже не ходил. Это вот как так? В правом полупопии. И перетрудила мышцу в правом полупопии. Как? Как? Это как это надо ее перетрудить? Это прыгаешь на одной ноге, а другой ногой ведро несешь, да? Или как? Плохо. Ладно. Главное, чтобы полупопия после этого не отвалилась. Совпало, неудобно сидела, плюс не соблюдала. Не соблюла рекомендации тренера при выполнении упражнений. А, ты же ходишь на супер занятия, на супер физкультуру и, видимо, перестаралась, да? Обещал не ржать. Да я не ржу. Это я так пытаюсь справиться... с желанием поржать и при этом поддержать тебя. Может быть, неудачно выходит, но
Ты же меня простишь, да? Так. Да не, я не... Я скорее над собой поржу, когда... Поржал, когда узнал, что у меня был перелом стопы, усталость. Притом я на этой ноге спокойно дошел до больницы. Ноет и ноет, болит нога. И что? Ну, взял, дошел. Стопа. То есть я обувал обувь. Шел по улице, нога ноет. Стопа ноет. Ну, думаю, наверное, где-то что-то нажал как-то неудачно или... Фиг знает, как будто мне кто-то сильно наступил на ногу, ощущение. Пришел, щупаю, щупаю. Что-то понять не может. Это там... Кому, не помню, кто там врач. Отправил снимок сделать. Сделали снимок, там такая нога сломанная в стопе. Там где вот, знаешь, если представить, что это стопа, вот где вот начинаются не пальцы, где начинаются, вот где они разделены, а вот чуть выше. Где вроде внутри они еще как пальцы, не как общая кость. Ну, вот и где вот крепится вот к основной ноге, где хрящи вот эти вот, в этом месте у меня была сломана нога. Мне такие, ну чё, может тебе этот гипс, лангетку, такой, стоп. Я на ноге хожу? Хожу. Я обратно дойду. Зря. Алекс Лей, здравствуй. Плакала, пока разминалась. Ржала и плакала. Ну, смотри, аккуратнее, опять же, самолечение не всегда полезно. Ладно, уже Алекс Лей пришёл. Алекс Лей, ты играл в Metro Exodus? Яна. Яна, Алекс Ли, вы играли в Metro Exodus? Я просто еще боюсь, что оно у меня плохо пойдет. Компьютер-то у меня не современный, а игра довольно новая. И я боюсь, что у меня будет очень сильно оно тормозить вместе со стримом. Так что заранее извиняйте, если вдруг что-то у нас не сложится с этой игрой. Так, звук. Звук. Звук есть. Пойдем попробуем. Минус. Лёха у нас не этот. Немногословен. Но хоть минус поставил. Так-то вообще не докричаться. Не достучаться. Лёха, где ты, Лёха? Лёха молчит, Лёха там в борду вторую катает. Ты в борду перепроходишь или раньше играл? Или не играл никогда? Понимаешь, как странно бы у меня сегодня выглядел любой диалог после фразы «Чем занимаешься?» Получить ответ «Жопу разминаю». Да нормально все, подумаешь? Даже хорошо. Сейчас, кстати, она может даже не захватиться на стриме, потому что, представим, она идет, к примеру, на каком-нибудь дирекции 12 или там еще на вулкане на каком-нибудь, а мы же знаем, как ОБС с вулканом дружит. Никак. По крайней мере, играет... У меня запустилось уже все это, заставка идет, а на OBS ничего не видать. Так смотрела, но играть не собираюсь. Ладно, на любителя. Тоже надо, есть игры, которые не хочешь сам играть, но посмотреть можно. Я смотрю сейчас прекрасный ролик, но я не знаю, почему ОБС его вам не показывает. Сейчас нажму что-нибудь, он скипнется. Никто ничего не видит. Я к тебе пришел, а не на московский постапокалиптический метрополитен смотреть. Спасибо. Добиваю 80-й левел, квесты на максимальной сложности, и потом пойду летнее DLS смотреть. О как. Я тоже, вот, кстати, я прошел борду, но я не выбивал максимальные уровни, и DLC-шки у меня до сих пор не пройдены. Мне кажется, у меня даже их всех вообще нет. Есть, но там какое-то количество. А так, игра, конечно, шикарная. Я ее, помню, купил и не играл в нее, потому что мне было не с кем. Одному было неинтересно, и я, помню, ждал очень долго, чтобы кого-то себе в напарники найти. В итоге женился, нашелся напарницу. Короче, ОБС что-то не захватывает ничего. Давай решать проблему. Каким-нибудь способом. Сначала начнем что-нибудь со стандартного. Типа захват, принудительный захват.
Принудительный захват. Пробуем так. О, а принудительно захватилось. Я один вот гоняю, мне нормально. Ну, я не могу один. Ну, есть игры, в которые можно одному покатать, даже если они кооперативные. Но вот именно в борду у меня вообще чуть не шло. Прекрасная история, как Лёша встретил Саню. Да. Встретил. Ну, Александру я знал давно, просто мы никак не могли понять, что мы созданы друг для друга. Начало нудное в борде. Да, там вот это вот... вот этот вагон в начале, когда вы там зима, пробираешься. Сейчас я, кстати, переигрывал сначала, мне было в кайф самое начало играть. Но по первости, когда в нее попадаешь в игру, оно вообще никакое, не захватывает. Притом постоянно болтающие персонажи. Притом они тараторят, 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 ты не успеваешь даже субтитры читать. А русской озвучки полноценной, по-моему, нет. В общем, я был немного расстроен. Так, главы DLC, новая игра. Давай, поехали. Читатель. Данный режим предназначен в первую очередь для тех, кто еще только готовится к вызову мира метро и хочет просто насладиться сюжетом и атмосферой приключений Артема и его друзей. На данном уровне сложности сражения будут очень простыми, а боеприпасов и другого снаряжения будет вдоволь. Это даже легче, чем легко. Рекомендуется для новичков. Нормально, вступать в бой приходится с осторожностью, так как противники не прощают ошибок, за запасом фильтров и количеством боеприпасов приходится пристально следить. Кстати, хардкор и хардкор рейнджер в оригинале или в метро, в предыдущем, по-моему, были недоступны. Они открывались после первого перепрохождения игры на нормальной сложности. А здесь доступно сразу. Хочешь надорваться? Иди надрывайся. Нет. Я еще помню жизнь до войны. Голос Стив Роджерса. Нет? Помню, что когда-то мы были другими. Это его голос. Там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Вот. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Голос этого. Мы бороздили океаны. Капитан Америки, по-моему. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Потом, смотрите, типа, людей не пускают, а люди сами прорваться пытаются. Почему людей не пускают, да? Типа, на всех места еды и воздуха не хватит, нельзя лезть сюда. 7 миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей. Поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. 50 тысяч? Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Avengers, assemble! Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Короче, прогоняют нас через истории первой и второй игры. Во тьме туннелей наши пороки разрастались как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути.
и с каждым днем их становилось все меньше. Ну красиво, красиво. Опять игрофильм, по сути. А я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Сигнал? Он сказал сигнал? Какой сигнал? Это сигнал? Мне тоже кажется, тот же голос. Очень похожий. Притом в первой части у него был голос этого... рейнджера какого-то. Такой брутальный. Хотя там, по идее, Артемка был очень молодой. Во второй части был, ну, более-менее такой... уже более человеческий голос, нежели брутальный. А тут прям... Капитан Америка. Не, ну молодцы, нормально. Если что, я Москву вообще не знаю, хотя живу относительно недалеко, и если тут какие-то улицы есть похожие, прям как в Москве и так далее, я их точно не узнаю. Это москвичи, может, узнают, я нет. Какое начало клевое, ты глянь. Примерзший люк сейчас оторвешь, нихера себе. Просто люк поднять тяжело, реально, а вот примерзший люк оторвать... Ну, Артемка, ну ты даешь. Если ты Артем, конечно. А, кстати, камеры могу уже вращать. А! Чё? Чуть не упал. Скользко. Ну, пока мне все нравится. Тормозну на паузу. О, какое меню-то красивое. Ай-яй-яй. Так. Есть любительское. Я и на слух спокойно воспринимаю, понимаю. Никто не тормозит. Одному норм, никто не тормозит. Обычно в наших компаниях тормозящим был я. Потом у меня было тоже нормально. Сейчас, подождите, я окно прикрою. Что-то сквозит. А то я вчера сидел, что-то кашлять начал. Ну нахер. Так, мне не нравится, что в игре есть прицел. Давай-ка мы туда в фоторежим есть. Отлично. Игра, прицел не нужен. Не люблю, когда в игре дают возможность прицеливаться каким-то перекрестием. Подсказки и все такое пускай будет. Индикация попаданий. Поначалу оставим, а потом, наверное, уберем. Потому что вот индикация, она вроде помогала. Точно в предыдущей игре она, индикация была, и она помогала понять, как сильно я попал во врага. Смертоносно или так, слегка попал. Быстрый доступ к фоторежиму. Язык текста русский. Конечно, русский, как вообще. Сложность нормальная, автоопределение, геймпад. Нормально. Вот счетчик справа у нас. Как тут все работает? Так же, как в первой части? Нет, немножко по-другому. Так, у меня минута осталась на фильтр. Куда икает? Только начал игру, уже начинаю издеваться над персонажем.
У меня всего два выстрела, что? Артём, а где твое оружие? Какого хера ты все просрал, скажи мне? Что это такое? А, это я прям отдельно могу посмотреть на часы. Окей. Есть зажигалка. По крайней мере, я рад, что она... Игра не доставляет столько проблем, как первая часть, когда я начал ее переигрывать. Так, что мне нужно? Мне бы настройку геймпада. Или что-то типа того. Настройки контроллера. Сейчас я смотрю. Кое-что сделаю, поднастрою. Джойстик с функциями мыши. Так. Касание правого трекпада включает ее. Уровень тактильной отдачи. Нам вообще не нужна тактильная отдача. Пока оставим так. Вернемся к игре. Твою мать. Я не знаю, это, видимо, проблема метров. Я не знаю, как это назвать. Не знаю, что вы сейчас видите, но у меня игра перескочила с правого монитора на левый, на который у меня вертикально расположен. И растянулась. Твою мать. Зачем так делать? Что это? Как в это играть? Алло. Игра все так же на месте. Все нормально, да, у вас? Не, у меня, короче, она перескочила на другой монитор и вытянулась под размер экрана. Можно мне как-то перетащить ее на соседний монитор? Сейчас я попробую. Ну, у меня теперь вообще все пропало. Ай, твою мать. Вот окна всех мониторов переключайте. Вместить окно на следующий. О! Вот это мне надо. На следующий монитор, пожалуйста, можно мне? Возможно, это из-за дополнительного софта, который у меня управляет мониторами. Возможно, из-за него такая проблема возникает. Это такое. Не то. Ай, как весело. Обожаю. Просто прелесть. Переместите окно на следующий монитор. И вместо того, чтобы перенести его на следующий монитор, он все равно разворачивает его на том мониторе, на котором оно оставалось. И ничего не делает. Можете мне окно, пожалуйста? Уверен, что хотите продолжить несохраненные данные? Чего продолжить? Я ничего не нажимал. Вот это уже не первый раз у меня эта проблема возникает, и я не научился ее решать. Сейчас тогда у меня есть идея. С одной стороны, может быть проще выключить игру и запустить ее заново. Можно мне игру, пожалуйста, обратно, хоть в каком-то виде уже, а? Теперь у меня просто черный экран. Ладно. В смысле подготовка к запуску Metro Exodus? А можно мне просто вернуть все обратно, не? Гореть уже начинаю. У меня есть одна идея. Как это все исправить? Есть такая фигня, как полный экран, не полный экран. Неужели здесь нельзя окно, оконный либо этот режим сделать? Он что, мне так тоже растянет его так, да? Space. Не, херня какая-то получается. Короче, надо выключать игру. У меня я не... Это бред какой-то. Выключись, пожалуйста. Притом у вас на стриме, вы говорите, она нормально разворачивается, а у меня она на левом мониторе, блин, висит.
Выйти можно мне? Да, выйти. Бред какой-то. В окне развернулась. Притом это на стриме в окне. У меня игра все так же была абсолютно в таком же виде, на соседнем мониторе висела. Есть идея, конечно, чтобы если мне надо настроить геймпад... Это все из-за настроек геймпада у меня случилось. Я не знаю почему. Попробуем через Big Picture все это запустить. Там, по крайней мере, доступ к настройкам геймпада беспроблемный. Единственное, что производительность может пострадать. Если что, я знаю, да. Оно вот развернулось неудачно. У меня тоже все растянутое такое. Настройки. Видео. Вот так вот. Окей, все, теперь все нормально. Продолжить. Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. А это значит, что где-то наверху, под небом, есть место, пригодное для жизни. Что мы не обречены доживать свой век под землей. Но мне не верят. Не, ну логично, что Россия-то большая. Не могли же всю Россию нам разбомбить напрочь. По-любому где-то что-то кто-то остался. Окей, теперь намного лучше. По крайней мере, теперь я могу спокойно разворачиваться без проблем. У меня на горячей клавиши забиндена какая-то левая херня. Окей. Что ж, пойдем бродить. Привет, как дела? Ты, наверное, здесь очень давно уже, да? Что он сделал сейчас? Все замерзло нафиг. Но мне нравится. Там человека покушали. Твою мяу. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Игра и так была хороша. Первую часть, а вторую ее подтянули. А в редуксах там же еще красивее все, еще красивее. На Эксодус вообще прям конфетка, я смотрю. Что ты такое? Помните, в первой части нам предложили прислонить ухом к трубе, и можно было услышать мертвых. То же самое, по сути, отсылка. Оля, я тебя люблю. Прекрасно. Интересно, эта надпись уже была после войны сделана или до войны?
О, тут, возможно, мы найдем что-то интересное для себя. Чё? Кто там наша? Непонятно. Выглядит, кстати, довольно приятная игра, да, приятно смотрится. Хотя я все равно, у меня не на максимуме игра идет сейчас. Но смотрится все равно неплохо. Что это? А, он типа апгрейд себе, смотри, устанавливает. Слушай, ну и вообще классно. Теперь у меня это с собой мой, да? Твою мять. Жуть какая. Ну, на стриме вообще качество передается не так, как у игрока. Поэтому вы видите все в разы лучше. Ну, в смысле, в разы лучше у вас картинка, то есть она немножко подсмазанная такая. А вот гироскоп как-то странно работает. Вот, как-то он не так отзывается, как в предыдущей части. По-моему, сверху у вагона кто-то ходит. Что это такое? Твою мать, пауки. Вы слышали, кто-то посмеялся, да? Или это я хожу по вагону с таким звуком? Я кого-то слышу. Кому-то очень смешно. Кому-то очень смешно. Страшно, вырубай. Картинка плавная, ну и хорошо. А в предыдущей не было плавной картинки? Попоньки, попоньки. Там война, кто-то с кем-то воюет. Вот с той стороны я только что сам был. Там кто-то побежал ко мне вслед. Not good, not very good. Заброшенная станция. Артемыч, Артемыч, куда ж тебя занесло-то, а? А? Страшно, страшно, что происходит вообще? Убитые монстры. А, сколько паутины. Сжечь все это, сжечь. Твою мать, что? Нет, прекрати, перестань. Вот тебе по роже получи, мразь. Гадость какая, смотри. Бах. Фак. Это было круто. Какие красивые там зубы, да, были? Откуда она вылезла, вообще я не понял. Из вагона, что ли, выпрыгнула? Ты ж, блин, нифига себе. Ну чё, подруга, ты думаешь, это хорошая идея? У меня патроны откуда-то появились. Видимо, с той обоймы, что ли, подобрал. Новая заметка. Давай почитаем. Мне пока нравится. Надорванный блокнот. 11 августа. Приехали. Пока все тихо. И видели только пару крыс. Ребята разгружают дрезину. Через день. На старые блокпосты народу не хватает. Коля погнал за второй партией. А мы пока будем держать только перрон и гермоворота. Михалыч там еще, похоже, черти сколько возится. Все приржавело намертво. К 13 августа пристрелили пару стражей. Подкрались под эскалатором, сволочи. Так, а как мне вниз? Вот, правый стик. Привод, кажется, издох окончательно. Михалыч ничего не обещает. Фильтров маловато, надо скорее что-то решать. Скорее всего, заварим пока проем листом железа, дальше будем думать.
Еще через день наверху огромная стая. К нам пока не лезут, но все равно. Пуля привез автоген. Но работать невозможно. На малейший шум сразу сверху вой. Ставим растяжки. Окей. Патроны. А что, эти уже не могу взять, типа? Вот оно что. То есть, патроны нужны, но взять их нельзя. Честно, вот в таких условиях, в которых оказался Артём, после копалища, выживания и так далее... Даже здесь нет места. Куда мне эти патроны все равно запихну? Жалко же бросать. Жадность? Не знаю. Скорее инстинкт к выживанию и желание все-таки остаться в живых, нежели твою мать. Стало очень много бутафории, и каждый раз думаешь, а может здесь что-то полезное лежит? А на самом деле там ничего полезного и нет. О, чайничек. Чувствую, мне сейчас пригодятся патроны, я понял. Окей, пойду забирать патроны. Вот теперь я смог их забрать, отлично. Ну, свежих трупов пока не видно. То есть тех самых, кто писал записку, по идее. Как свет-то красиво, смотри. А вот это уже лагерь этих ребят, походу. А, да, это свежак. Съели парня. Мы все переживем. Окей, я буду надеяться. Опаньки, запись. То есть смотри, люди в полном упадке, но все равно они записывают на диктофоне, вот на такой, даже на таком старом проигрывателе записи для, как дневники какие-то ведут. Записки выживших. В шапку, за пазуху, в носки. Да, откуда они-то запихнешь? То есть они прям часто в онлайне, типа, ну, на записи говорит, типа, что ты паришь с этими записями, блин, просто на бумажке напиши. Тебе что, жалко, что ли? Все равно без автогена ничего не сделаешь, а так хоть запишу. О, слышал? Оглохнем уже от них скоро. Чего их записывать? Мужики говорят, полисовские их изучают. Миграции там у них или что? Записи с руками обрывают. Главное, чтобы дата и место были. По-моему, чувак застрелился, да? Да, чувак застрелился, походу. Так, у меня вопрос к игре. Я вот подхожу ко всяким шкафам там и так далее, а текстуры такого качества, извиняюсь за выражение, в Сталкере, который... Чё, не, Чернобыль, там текстуры были более хорошего качества. Что происходит? Качество ультра, размытие нормальное. Что за размытие? Fireworks какой-то включен, DirectX 11, детальная физика, тесселяция включена. Чего не хватает? Фильтрация текстур максимальная. Коэффициент шейдинга. Без понятия, что это. Но оно серым горит, и я не знаю. Оно применится? Не забывайте пользоваться гранатами. Окей. Fireworks. Мне кажется, для волос. Прям звучит так. Высокое размытие. Давай посмотрим, что за размытие нам предлагают. Пока не чувствую разницы особой. Не, ну смотри на текстуры. Что это такое вообще? О, как раз то, о чем я говорил. Когда близко подходишь к стене, что он делает? Он не может прицелиться. Он оружие поднимает.
Ладно, фиг с ним. Главное, чтобы игра была рабочая, не тормозила. А, картинка чё, не так нормальная. Смотрится же, да? Неплохо в целом. Какая красота. Слушай, а я может... Тихо, тихо, тихо. Что это такое? Давайте без этого как-нибудь. Пулеметер. Могу я маску снять? По-моему, маска не нужна. Нет, он противогаз не может снять. Откуда он спрыгнул? С крыши, что ли? Где я застрял? Что-то вас многовато, ребята. Может, мне бежать надо? А, успевай, успевай, Артемка. Успевай. Слушай, они что-то не заканчиваются. Они что-то не хотят заканчиваться. Ты не зарядился? Ты издеваешься, что ли? Давай быстрее. Патронов нет. Получи, говно такое. Получай, получай. У меня аптечек нет. Походу, надо было бежать. Слушай, патронов на всех не хватит. Я что, стрелял, так красиво старался, чтобы прям на одного монстра один патрон. И все равно мы не выжили. А, отличное место для сохранения, действительно. Почему бы и нет? А, и где-то застрять надо по дороге. Отличная идея, Артема. Да-да-да. Ну что, ты не можешь прямо пройти? Ой, какая мерзость. Типа монстры не успели. Получи. Вот тебе пороже. Ой, прям в глаз. Ай, фу. Жалко стало. Твою мать. За ногу. Смотри, кусает. Гадость. Руку. А. Получи. Даже ты погляди на них. Алёша, Алёша, отрезай. Понял. Алёша. Помоги еще мне. Держусь, держусь. Смотри, трупы, да, снимают. Не, ну в плане кинематографичности игра стала еще лучше. Артём, да? Ну, такого хрена это я, привет. Артём, держись, дружище. Приуменьшил мои эти подвиги. Да они его помяли всего лишь. Ночь на станции. Но врачам я сказал. Понял, понял, открывай тогда. Вперед! Ногами вперед несут. Ногами вперед нормально, это правильно? Я что-то забыл, как это. Головой вперед мертвых или ногой вперед мертвых? Да, дурак какой-то, всех подставляет, шастает по улице. Он же нас спасал. Подожди, куда дальше-то? Налево, через площадь! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Ну, лица у персонажа стали более... как это? Индивидуальными, что ли. Раньше они были все как на подбор, все такие, знаешь, очень похожие, однотипные. Как будто бы разработчики не хотели стараться над разнообразием персонажей. Но тут прям все такие, прям всех свои лица, все такие... Не похожи друг на друга. Эй, а ну отстаньте от него! Сам убил из рака... Брось, Дамир! А, пусть учится защищаться! В метро убил, слабакам не выжить! Охрана, подъем!
Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольём. Тёмыч, Артёмыч. Они выросли. Разработаны? Да. Молодцы. Кроме стараются идти в ногу со временем. Потому что их игры всегда были, вот когда они выходили, они всегда были как будто бы графически... по крайней мере, по картинке они всегда были на уровень выше, чем любые другие игры в то время выходящие. Либо, вот знаешь, они старались хотя бы держать планку. Каждая новая игра, которая у них выходила, она все время как будто бы пыталась перешагнуть эту планку. Каждый раз. Все выше и выше. Все лучше и лучше. Молодцы. Да, у них нету открытого мира, у них нету там какого-то крафта офигенского, там еще чего-то. Они просто, как это, story-driven game. Чисто прямолинейная проходилка, но зато красивая. Проснулся наконец-то. Анна. Доктор сказал, все будет хорошо. Ну, здесь она хоть поживее выглядит. Решил. А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. О, на протезах ты глянь. На протезах, нифига себе, на двух ногах ходит, на протезах. Обалдеть. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно. Твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал. Она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Это ее отец. Я забыл, что это ее отец. Думаю, что это они такие близко стоят, чуть ли не обнимаются. А потом она говорит, папа. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? А, ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Врач, здравствуй. Пилюльки не найдется для меня? Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Короче, унизили все, кто мог и как могли по полной программе. Дерьма кусок жену не любит, не бережет себя ради нее. Она беспокоится, ему на нее наплевать. Доктор жалуется, что все препараты на него это спускают, да? Говнюк, короче, ты, Артём. Негодяй. Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? О, у него есть ноги! Наконец-то! Просто гад какой-то получается, да? Ну, парень без тормозов. Может, он и думает обо всех этих вещах, но считает, что найти других выживших все-таки важнее. Не оставляет его эта мысль. Слегка обезумел. Зато ноги ей, смотри. Босиком ходит. Да, молодцы. Здоровяки и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. И что, он босиком будет здесь бродить? Ну, а что им остается? Служба такая. Служба службы, но если они так и дальше будут... А сколько, по-твоему? Амбулаторная карта. Черный Артём. Во как! Ты глянь, у него фамилия какая теперь, да? А ведь поначалу-то мы не знали, какая у него фамилия, верно? Он просто был Артёмом. Матери у него нету, там и сям. Черный он взял себе фамилию. Обалдеть. Я вот не помню, у него была такая фамилия с самого начала?
Дата рождения 2009 год. Ой, так он же молодой совсем. Ничего себе. Вот принадлежности походу. Да. Сам-то внутри как черный, да? Вот и взял черный. 31 марта 2009 года. Группа крови, хер знает. Какая четвертая, да? Это правильно? Четвертая. Резус положительный. Дата поступления. Третий раз уже. Уже третий раз. Диагноз. Рецидив ЛБ. Легкая форма. Что такое ЛБ? Лоботомия. Рент. Доза 1-1,5 грамма. Прогноз благоприятный. Лечение гемотрансфузия пол-литра. 3D, калий и йодиум, внутрипостельный режим, запретить выходы на поверхность на год минимум. На год! Скоро ДРУР Артема. Да, когда там? О, послезавтра. Послезавтра-то у него день рождения уже. Обалдеть. Можно высидеть под землей. Фортизин. Такими таблетками подфартит однозначно. Сейчас уже шить нечем, про препараты я и не говорю. Артём на нашей станции лучший стрелок, но он же с поверхности только в лазарет спускается. Да, пока везет, переливанием в который раз отделался. Но остальные-то не такие везучие. А если спартанцы слягут... Мышки, мышки идут. Крыски. Привет, парни. Да, Артём. Вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. Кстати, то, что они пострижены гладко, вот прям вот коротко, это правильно. В таких условиях только такая стрижка и может быть, потому что вши, вот это вот, любые заболевания, очень легко, ты голову особо ты не помоешь. Придется стричься покороче. Водой обдал, тряпочкой вытер, все. И был сейчас неприятный глюк видела, да? Видели? Хорошая игра, но есть что подполировать. Мне кажется, будет редукс и для нее. Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре после войны сигналы принимали часто. А вот сейчас... Это вас ни на какие мысли не наводит. Хотя, поступайте, как знаете. Это ваша жизнь. Артём, я понимаю, мы в тупике, и выход из него искать нужно. Но мне кажется, лучше заниматься этим не в одиночку. Тем более, что ребята опять в очередной раз пришли вам на выручку. Думаю, командир готов принять вас обратно. Так стоит ли терять время на нашей станции? То есть, в самом начале игры, в оригинальной игре, то есть это не DLC, а в самом начале игры есть вот такие вот глюки с анимацией. Они успели выпустить уже, по-моему, два полноценных DLC платных и до сих пор не смогли пофиксить вот это вот маленькие нестыковочки. Ну, как-то некрасиво. Станции. Игра-то не дешевая. Вам. Но если бы спартанцы позвали меня, я бы не задумывался. В любом случае, удачи. Ну хорошо, не будем придираться. В целом-то все пока ладненько здесь. 10 лет? Сейчас уже шить нечем. Про препараты я и не говорю. Артём на нашей станции лучший стрелок, но он же с поверхности только в лазарет спускается. Да, пока везет, переливание в который раз отделался. Но остальные-то не такие везучие. Дядя Артём, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? Здесь внизу мы ничего не видим. Запасы кончаются, да и нас все... Ты мелкий, не болей давай. Все больше, они все крупные. Бедняга. Артём, сколько можно? В одну самого крыша поехала, так хоть и ему голову не морочь, не смей. Я их понимаю. Ладно, ладно. Покой нужен, а он после твоих рассказов заснуть не может. Но вот так грубить себя. Господи, ну почему ты такой жестокий? Как ты можешь, а? Это на кому говорит? Ребенка, что он жестокий, или Артему, что он жестокий? Ну, самый неплохой вариант ребенка сейчас успокоить, сказать, что когда вырастет, он обязательно пойдет вместе с Артемом. Скорее всего, когда ребенок вырастет, Артема уже в живых не будет, мне кажется. И все это обещание, как бы, просто его сейчас притормозит, это рвение ребенка, да? Успокоит его. Вместо того, чтобы его отговаривать, что Артём дурак, не слушай его. Это же не настроить ни на что. Да, это обман. В какой-то степени. Но...
Можно как-то без этого обойтись? Не знаю. Надеются же на что-то. Никакие склады уже не спасут. Разуй глаза. Что там на них сохраниться может? Столько лет прошло. Помочь может только полная эвакуация. Но куда эвакуироваться-то? Я ушла из ордена. И что тогда делать? Что мне делать? А Артём? Завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище. Не знаю. Надоело. Нет, уже парни, мне подожди. О, как... Обнимашки! Здоров, как бы! Но ты, брат, нет, конечно, смотрите. Дал! Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга! Ну, сейчас устроим пир! Артёмыч! Ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Ну, сестрички! Ну, ты как всегда! Да хватит вам! Оставьте парня в покое! Брат! С возвращением, Артём! Пау! Пау! Ладно, всё, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! 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 Сейчас устроим! У меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только приз не как в прошлый раз. О, Сэм какой-то неприз не как в прошлый раз. Что-то типа по-русски, но с очень английским акцентом. Сэм какой-то, ничего себе. А куда он здесь взялся? Тут же только русский. Что за фигня? С одинаковыми условиями может... Как не выжить Артём, так и не дожить ребенок. Я не стал об этом говорить, да. Да. Именно. Ребенок болеет. Иммунитета никакого нету. Вся эта радиация. Хотя, с другой стороны, дети... Нет, ну... Да, правильно все. По идее, это уже второе или третье поколение, рождаемое в условиях вот этой вот... постядерной обстановки. И дети будут рождаться больными и неокрепшими, к сожалению. И те единственные, кто будет выживать, в дальнейшем будут передавать генетически другим своим, ну, потомкам устойчивость, и они не будут вырождаться. А вот те, кто болеют, к сожалению, с большей вероятностью могут умереть, конечно. Обидно, жалко. Ну, естественный отбор. Все дела. Вот музыка играла, вот я не люблю русскую музыку, но вот эта музыка, она мне очень нравится. По-моему, это из «Брата», да? В смысле, в фильме «Брат» эта музыка была. Может, как-нибудь сядем, пересмотрим? Держись, Артём! Неделю спустя. На год нельзя выходить на улицу. Неделю спустя опять сидит на поверхности, рации крутит. По-моему, в том же самом месте. Шило в жопе. Ой, она теперь с ним. Опять тишина? А? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиметр щелкает. Да еще и эти вон, красавцы. Летают там, каркают. Ага, каркают. Родной, пойдем домой, а? То есть сейчас она уже такая, родной, пойдем домой. А, до этого. А, заяц, говнюк, не смотри на мою жопу, не для тебя, цвела. Да. Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. А если бы сейчас сигнал был? Потому что умер. Умер, не умер, перебраться в леса все-таки лучше, чем жить на развалинах старой цивилизации, где обитают монстры, мутанты и так далее. Уверен, здесь куда более неблагоприятная обстановка, особенно раз сюда падали основные заряды ядерные, да, нежели где-то вот где-нибудь в лесу. Зачем лес обстреливать? Берите, переезжайте в лес, стройте себе избы, развивайте сельское хозяйство, хоть как-то вот как в древние времена, но заживете. На какого хера они живут здесь? Видишь, как все меняется, да. Ну, он-то доказал, что он не просто кролик, он что, альфа-заяц. Вот поэтому теперь она к нему по-другому относится. Это он с собой рацию носит в рюкзаке, понятно. Ну хоть один не исходит. Пора фильтры менять. Для смены фильтра. Окей. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал. Ладно, ладно. Давай быстрее. Нам лишние рентгены ни к чему. О, ладно. Отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой гандой зоне... ППС чувствуется, все-таки подсел маленько, но в целом неплохо. Смотри, как красота-то какая. Вот. Ой, постапокалипсис. О боже, это ужасно. Да, это ужасно.
Но зато как красиво. Зато как красиво. Нет больше этих дурацких человечков. Все сдохли. Тема альфа-зайца тянет... Тема альфа-зайца тянется с Лонг Даркой. Кажется, никогда нас не оставили. Никогда. Да, гироскоп как-то странно работает именно в этой игре. Немножко... Немножко... Неприятно. Не, еще есть что облазить. Видишь, как город разрушен? Вижу. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Была. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится? Да. Не, ну как красиво. Зато, знаешь, прямо вот видно, что очень качественно старались обставить этот... Как это... Там кухня, холодильник стоял, потом его взорвали, и вот он валяется где-то, хер знает, где-то в углу, да? Демона шуганула, чтобы не расслаблялся. Окей, альфа-зайчиха, правильно делаешь. Анимация прицеливания, коллиматор, все дела, слушай, прикольно. О! Отдыхаем хорошо на диване, да? Записочка. Вот так бы не пошел и не нашел бы записку, да? Заметку. 6 июля 2013 года. Пыльный дневник. О как! Это еще с тех времен, типа, с довоенных. Кстати, а когда произошла вот эта вся заваруха, вот эта бомбежка по игре, не помнишь? Я что-то не помню. Пошли ракеты. А, подожди, нет. Поздно. Шура пошла за продуктами, я собирался выкатиться на балкон, подышать. И тут по радио передали тревогу. На улице толпа, все куда-то бегут. Пошли ракеты. Вспышки, сквозь занавески ослепило, до сих пор пятна перед глазами. Может, Шура успела в метро. Короче, чувак писал дневник прямо перед, по сути, смертью. Прямо в момент бомбежки. Думал, конец, но обошлось. Вечер на улице тихо почти. Только сирены воют, и туман зеленый светится. Или это глаза все еще. Телефон молчит, радио тоже. Шура, Шура, Шурочка. Только бы с тобой все было хорошо. Плохо совсем, тошнит. Шура, прощай. У него, походу, было облучение. Очень сильное облучение, и раз он сразу себя плохо почувствовал. Ну, пока, по-моему, одна из лучших вариаций, одно из лучших исполнений постапокалипсиса, лично, по-моему, прям, ух, красота какая. А у Артема нет головы. Ай-яй-яй, игра 2020 года, где моя башка? Смотри, у него нету башки. Артемка голову потерял. Ай-яй-яй. Чему ты там что прикручиваешь, непонятно. У него нет башки. У него есть ноги, но башки у него нет. И оружие в руках у него тоже. Нет, есть, подожди, до этого только что не было. Вот так нету оружия, видно там справа. А так, и так нет оружия. Он лапками просто жмякает и все. Это не оружие, это и в руках. И оружия нет, и башки нет, твою мать. Где? Я не знаю где. Позорище. Тут тени нету, хотя, по идее, нет, тень есть. Все, 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 пардон, извините. А как она тут прошла? Йо, это она здесь просочилась? Ладно, я просочусь, что я. Ну вот, знаешь, как бы игра хорошая, ничего не придираться, там ничего не скажешь лишнего. Но, блин, ну, вот такие мелочи, ну, кажешь так. Вот годами люди на это обращают внимание. О, тень от персонажа. О, мои ноги, у меня под я могу посмотреть на свои ноги. Либо этого нету, либо того нету. Везде косяк да косяк. Ну, что такое? Неужели это так тяжело сделать? Хорошо, тяжело. Ну, постарайтесь. Люди платят за вашу компьютерную игру такие деньги. А вы не можете это прикрутить, чтобы хотя бы это было нормально. Ух, кататься. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? На. Квартиру обещает. О.
Квартиру он обещает. Если не мы, то кто? Квартира. Квартира. И кухней, и душем. Ну, было бы клево вообще-то. Я сейчас сижу и мечтаю о своей собственной квартире. И... Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Давай. Теперь ты. Я, конечно же, упаду, да? Нет, ты глянь. Ты глянь. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Да, я слышал. Фонарь потуши. Ладно, хорошо. То есть монстры здесь реально реагируют на фонари? Если так, если есть зависимость, то это круто. Новый вид продвижения в разработке. Тени без башки и оружия. Ну, в плане оптимизации, конечно, это... Хорошо. Но в плане красоты, так себе. Да, слышал. Да что ж фильтры постоянно один за другим заканчиваются? Прям аж... Твою мать, получи. Да, а ты как? Нормально? Она с ним разговаривает, он... Вот с начала игры он молчит. Я понимаю, ты молчаливый персонаж, когда ты один. Но ты хоть что-то отвечай, хоть там... ага, не знаю. Я не знаю. Говнись что-то. Вы слышали, видно, что мы с крыши спускаемся и затаились. Да. Умные твари. А фонарик тебе заряжать не надо, да? Погоди, я ходу отсюда, что это? Я полутаться хочу, походить, а ты подожди. Как это, я не плачу? Вдруг я свой журнал пропущу какой-нибудь. Кстати, да, в этой части игры он не собирает свои журналы. Где-то по сусекам этого метро. Он собирает журналы других людей. Вот это разумнее, конечно, это правильнее. Он ходит, собирает записочки. И чё ж, он типа пишет в них сразу, что ли? Нет. Ну, бредятина была, конечно, с этими записками. С дневниками Артема. Прям даже читать не хотелось. А тут интересно почитать. Ты находишь что-то запись, находишь рядом какую-то обстановку. Там погибший человек сидит. А что, у него на вылазку свой старый противогаз, который с трещинами? Он что, не мог себе новый найти? Ах, да, дефицит же. Чё это я? Ходим с тем, что есть. Клево, я не ожидал, что я сейчас выбью стекло своим лицом. Патрончики, патрончики. В целом, конечно, круто. Фига какая здоровая тетка. Придираться, конечно, грех. Таких игр мало сейчас. Но придираться будем. Смотри, как клево, да? Ух. Что, я все собрал, пойдем. Опять фильтр. Хотя я, по-моему, могу сейчас не менять. Там еще целая минута. Он мне предлагает уже менять фильтр. Люди ехали в автобусе, так никуда не доехали. О, еще, вот. Вот об этом я. Всякие записочки, все вот это. И читаешь то, что писали те люди, которые оставили эти записки, они свое что-то там. Записка Шуры. О нет, походу мы Шуру нашли. Масло подсливочное, 1 литр. Подсолнечное подсливочное. Клава из главка, кольцо, че? Сахар 2 килограмма. Роза Александровна. А, она типа у кого-то покупала или кому-то покупала. 10,53, 880. Ложечки. Гречка 4 килограмма. Ничего, гречки взяла. Гречит хорошо, правильно делала. Маргарита Семеновна. 10,53, 23. Серьги и Колины монеты. Подсливочные? Это как, не знаю. Это мой мозг чудит. Это она, да? Ехала в троллейбусе или в автобусе, или что это? Не доехала.
Скорее всего, тогда, когда упали ракеты, она вот так вот разбилась, и сидел мужик дома один, думая, может, она все-таки успела. Слышу, слышу. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Да. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Это зона, это личная территория Артема, поэтому для всех остальных здесь зона закрыта. Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. Стою. Пускай бегут. Все похоже. Можно идти. Хорошо, что не заметили. Да. Здоровая была стая. О, а это ж та фигня, где вот, знаешь, я не помню, как память называется, там, где ракета. И там еще этот музей космонавтики в Москве. Это остатки его, да? Вон они. Может, потому зону запретную объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Может быть. Не исключено. Артём собачек завел. Да, больших собачек. Что, уже не лезут? Что там такое у него? Какой-то планшет или типа того? Тогда перезарядимся. Цену не может взять. Максимум. То есть так вот идешь по миссии, да, по сюжету, даже не подумаешь, что в этот автобус можно забраться и что-то там налутать. Если специально туда не полезешь. Перейти в фоторежим, воспользуйтесь меню, удерживая. Давай попробуем. Фоторежим. Камера. Правый бампер, левый бампер. Поле зрения, глубина резкости. Фильтр. Оверлей. То есть можно взять и сделать какой-нибудь красивый снимок и так далее, да? И клево, вот это реально клево. Вот этого не хватает, не хватало во многих играх. Но это совсем уж для крутых фотолюбителей, я с таким не справлюсь. Я не знаю ничего подобного. Как это настраивать, как это работает. О боже, наклон. Эффекты. Ух ты ж твою мать, а чё ж так ярко-то? Вау. Эйзенштейн. Серо-голубой. Фильм. О, вот это прикольно, кстати. Что-то дико непонятно. Апокалипсис. Выключить интенсивность фильтра. Вон, что может понизить интенсивность. Оверлей. Что это такое? Пыль. А, вот что. Кровь можно добавить. Дождь. Изморозь. Старая пленка, бинокль, открытка, ПНВ, вот что это было. Не, что, клево, мне нравится. Ну, этого режима точно не хватало Half-Life 2. Там были прикольные моменты, которые хотелось запечатлеть и вот таким вот образом там рассмотреть, полазить. Куда она убежала? Вот, вот убежала моя подруга, да, игровая? Вот где она теперь? Где она лазит? Пойду утоплюсь, да? Ушла подруга. Пойду-ка утоплюсь-ка. Давай, Артемыч, пробегай. Кстати, он здесь не прыгает, он здесь лазит в основном. Хотя не, есть прыжок. Мы сюда спустились? Протереть левый бампер, чтобы протереть стекло противогаза. Слушай, а может быть и в предыдущем метро такая же фигня была. Один раз нажал, он протирает. Потому что я так и не нашел, как протереть стекло противогаза в Last Light.
Сколько там времени на фильтр? 25 секунд, нормально. Терпит. Там, где типа за светом было, это, наверное, типа ночное видение. Ну да, там было этот... Написано ПНВ. Саня! Как дела, Саня? Черт! Мы тут Эксодус начали потихоньку. Давай ты. Нифига она его поднимает. Ванька, ты не промах. Твою мать. Шаха подвела. Да. Погода-то портится потихоньку. А, вообще нифига. Переходим на рации. Хорошо. Алло, прием, я рация. I'm on the radio. Radio. Опаньки, туда никак можешь залезть. Фонарь не помогает. Жалко, пропустила начало. Хочешь, начнем сначала? Я-то не против. Постриглась. Сама постригла, еще краситься надо. Да, Саня у меня такая. Если хочешь, реально, Саня, можно и сначала начать. Мы недалеко ушли. Так, ждем ответа Сани. А пока может что-нибудь слопать. Ты меня стригла и красила? Моя очередь? Угу. Ты хочешь без волос остаться? Я так тебя постригу, я так тебя покрашу. Ужас. Спасибо. Да, уже все потихоньку зарастает. Меня все время Саня стрижет. И в этот раз еще и красила, когда осветляли мне волосы. Я к парикмахеру не хожу. Это все она делает. Моя молодец. Саня моя молодец. На все руки мастер. Поезд, поезд едет, смотри, поезд. Обалдеть, сколько освещения на нем. Паровоз. Паровоз. Да. Откуда же? Шок. Охренеть. Вот зараза уходит. Артем, что делать будем? Догоним. И это, люлей отвесим. Бибип. Наши из ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артем, давай к ним. Давай. Это что, Нива, что ли? Что за тачка? Даму вперед? А, руку даме подать, правильно. Дама вперед. В смысле? Не понял. Свои же вроде были, нет? Взяли люлей, отвесили. Что это такое? В смысле взяли? Обалдеть. Разобрались бы сначала, уроды. Да Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ганзовцы, фиганзовцы. На все ноги фломастер, да. На Жесылевы Химки похоже. Похоже, да? Не знаю, я не помню Химки. Ах, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут у вас? О, бабушка, бабуля. А что такая стройная бабуля? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Как? Вот, о чем я и говорил. Надо ехать в деревню, надо ехать в лес, там жить можно. Они живут на остатках цивилизации, в этой радиации плещутся, купаются и такие, ой, мы вымираем, помогите нам, нам деваться некуда. Есть куда, дураки. Деревня, вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь?
А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав! Там правда люди живут! Да, Артёмка был прав! А вы что, дураки, думали нет? Мы не знали! Думали, голубцы! Голубцы! Мы теперь всему метро расскажем! Всем расскажем! Все получат! Папка и пацан на выход! Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Папка и пацан на выход. Хоть верните. В смысле? Ты, ублюдок, что творишь? Артём, ты герой? Собака, твою мать, бедная собака. Нихера себе. Ганзовцы там мудилы на букву Ч. Охренеть, я в шоке. Какие же мрази. Как хорошо, что ты здесь сдох, мужик. Жалко тебя, но очень жаль. Спасибо за маску. Потому что фильтр еще был. Прикинь, с трупа снять маску. Труп хер знает сколько там лежал, сидел в этой маске и разлагался, и он надевает ее на себя. О. Конец. Все. Вот вам Metro Exodus, да? Не, я, кстати, мечтаю об играх, в которых надо делать выбор событий. Если ты сделаешь неправильный выбор, то игра прям тут же берет и заканчивается, и начинаются титры. Все, game over, Metro Exodus закончилось. Metro... Артём там решил помочь бабке с дедом, схватил этого за голову, не свернул ему шею, собака на него гав-гав, эти взяли его, бах, все, Артём мертв. А взял бы там, толкнул бы его, там, собаку вбросил бы следом, а третьего там сломал шею, и все, игра продолжается. Вот если бы вот такие игры были бы, вот это было бы реально круто. Мне кажется, будущее именно за такими вариативными играми, а не чисто вот прямой тоннель, иди и все. Это не бабушка, пристрелили с парнем, да? Ух, да, сейчас я на тебе расскажу про причину. Леха, Леха. Чего? Куда они, моим интересно, выстрелили, что он живой остался? Жалко, только что живые были. Дед с бабкой. Но Артём герой, он не может стоять без дела просто так. Настолько герой, что просто ему плевать на своих родственников, на все плевать, на себя плевать. Лезет везде. С одной стороны, Мельник правильно говорил. Не жалеет, не думает, ни себя не жалеет, ни жену не жалеет. И лезет хер знает куда. Тут сложно, конечно, правильно ответить. Просто стоять и смотреть, как убивают невинных людей, тоже нельзя. О, руку помощи подать. К сожалению, она вам больше не понадобится. Что это записка? Что это такое? Аптечка. Сейчас обезболивающее. Дай бог там есть что-то, да? Это что, за дракончик? Я, кстати, заметил, что в этой части игры у Артёма сами по себе раны вроде не проходят. Ему надо именно обязательно подлечиться. Или у него будет постоянно вот это моргание красное, и он будет страдать. Кто-то. Надо, чтоб кто-то разминал. Да. Если жопа не размята, не размять тебе ее самому. Либо размять, но очень тяжело. Что? Ё-моё, какие мельницы, ты глянь. Почему-то ощущения такие, как будто бы я играю во второй Half-Life. Тот старый второй Half-Life, который вышел в 2007 году. Или когда он там вышел. Такие же офигенские впечатления, когда первый раз играешь.
Сколько у меня? 1,5 минуты на фильтре. Ладно. Ёкарный бабай, ты погляди. Настоящий паровоз. Лёг, тебе жопу размять? Конечно, надо. И мне, и тебе размять. Всем размять. В смысле? Только что 1,5 минуты показывал фильтр. Уже минута. А ну да, прошло уже 30 секунд. Кто помнит игру на биос «Сон разума»? Мне не надо, разминать нечего. Лёх, ты что, жопу себе не нарастил? Как так-то? Не надо ему. Ты играешь в видеоигры много? Много сидишь на жопе? Ты вот... Даю дельный совет, как нарастить себе жопец, который потом и надо будет разминать, и чтобы было кому разминать. Сидишь много дома. Особенно сейчас, когда карантин. Много хавчика мутишь. Обставляешь все вокруг кружечками там, с вкусняшками, с булочками. И много-много ешь. К концу карантина у тебя будет такой жопец. Я тебе гарантирую. Если был бы. Надо найти, если нету. Приседание наше все. Ну, смотри, какую жопу хочешь нарастить. Жирненькую хочешь, надо много кушать. Хочешь... Мощную такую упругую надо качать, да. А чтобы качать, все равно есть надо. Так что тут скорее поэтапно. Если есть много и не качать, ты получишь жопу. Но она будет очень мягкая и такая неспортивная. Но если после этого ты начнешь еще и заниматься, то ты накачаешь себе задницу. Мне по жизни жопы хватает. Зачем мне еще вторая приклеенная ко мне? Это закон природы. У всех есть та самая жопа, которая по жизни. Но вторая эта жопа, она неплохая, она именно что хорошая. Либо самому в зеркало любоваться, либо кто-то тобой будет любоваться и твоей задницей, той самой хорошей жопой. Приседал поосторожнее с этим. Ну, всего хорошего в меру, Яна. Всего хорошего в меру. То приседания, что вкусняшки, все должно быть в рамках разумного. Правильно? Правильно. Ведь многие спортсмены травмируются, если не контролируют свои упражнения. Две жопы лучше, чем одна. Две жопы! Это мутант. Зафрендзонили, так что все, сама разомну. Плохо, Яна, плохо. Жопу разминать? Саня? Саня только моя, и она разминает жопу только мне, да, Саня? Я с Саней делиться не собираюсь. Или ты не против, Сань? Кому-нибудь тоже жопец размять? Отстаньте, ха-ха-ха. У меня есть твоя жопа. Так я в выигрыше. Вот, видишь, я о чем говорю. Так что, если твой жопец у кого-то... О, боже. Вы видали эти прогрузы, да? Так что, Алексей, смотри, если есть хорошая жопа, ты можешь кому-нибудь ее подогнать. И все будет хорошо. Привет, Гравон 360Z. Пали. Не выход держит на мушке, так что... Я могу проверить, да? Да, давай пошумим посильнее, чтобы наверняка услышали. Эй, что это за шум? А, слушай, он услышал? Он реально услышал. Прикольно.
То есть обычно вот такие скриптовые подергать решетку, не, на них никто не реагирует. Если это скриптовые, типа, ты можешь подергать, и никто не заметит. А тут прямо они среагировали. Так, мне сюда нельзя, там смотрят. Надо группу послать, выход... Внимание! Включение поворотного круга! Тут руки, ноги есть, ну чё они ему голову-то не приделали? Ну, позорище просто. Ты глянь, какой у них паровозище, а? С ума сойти. Притом такой старезный, да? Я вот считаю, что... Что не так важно, кому разминать жопу. Главное, чтобы инвентарь правильный под руку... Под рукой был. Мысли. А, инвентарь этот... Типа, чем разминать? Ну, можно сесть, конечно, на что-нибудь поёрзать и размять жопу, да? Но тут кто во что горазд. Как у кого дела? Да в целом нормально. У тебя как? Вот карантинимся, сидим. Жопа говорим. Граон, такой нескромный вопрос. У тебя как жопа? Нормально? То мы тут завели разговоры, у кого какая жопа и как ее разминать. Кому-то надо, чтобы кто-то разминал жопу, кто-то и сам разминает себе жопу. А у кого-то и жопы-то нет, чтобы ее разминать. О чем еще в карантине говорить? Только о жопах, да? Старики с детьми, да, шпионы засланные, конечно. Все хорошо. Тему жопу раскрываю. Главное жопу не раскрывать, а только тему. Спортивный, спортивный. За гречкой бегают. Гречка от них бегает, а они за гречкой. Шик? Это хорошо, когда шик. Небось, с туалетной бумагой обложился и гречечкой тоже, да? Теперь шикуешь? Если не заткнешься, отправишься в котловаз. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Понял? Ермак. Как же так? Что же поделать? Руэт? Тварь, небось, страж! Тварь, небось! Какая тварь? Тихо, тихо, тихо! Человек? Ну, а ты думал. Просто в говне измазался. Как вы... О! Господи! Так это она про вас кричала! Живой! Живой! Вы за ней? Слушай, лицо как прикольно сделано. Прям так детально. Морщинки там... Так. Глаза слезятся так слегка, знаешь. Я помогу. Что у вас есть тут? Аптечка? Так. Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Я бы взял какую-нибудь отсюда ключ там разводной, еще что-нибудь. Тип того. Ну хорошо. Фаталити от Ермака. Бревном по лицу. Может и получится. Идемте, только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Я знаю. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Давай. Так и сделаем. Ой, Ермак, что, раскаялся? Эй, какого черта тут происходит? Опять автомат выбило, мать его. Генератор, на видать, не дочинили, товарищ сержант. Так, и как я проскочу? Спешите. Не вставайте, так будет тише. Видите лестницу? Теперь вижу. Тихонько подберитесь к ней. Дед старый со мной на вы, с пацаном, по сути. Ну, там, или мужик, да, типа... Вот, кстати, в 2009 году родился Артём, да? Когда он там родился? А сейчас, типа, 2035, да? Сколько ему лет, получается, кто у нас считать умеет? Кто у нас умный, а то стримеры не очень считать. Только не высовывайтесь на свет. Да не высовываюсь я, не высовываюсь. Держите стены.
Подайте на пропитание. Что ты там бормочешь? Локомотива. Иди сюда, помоги починить. Так точно, уже бегу. Уже пеку, пеку, голубцы. Я, кстати, посмотрел, Саня. Ты вот предлагала посмотреть на чужом стриме, как этот, работают через Рутони озвучиваемые сообщения, которые выделяются. У того чувака они работают, и все нормально на записи. У меня они так и не стали работать, чё я только не придумал. Стойте. Стою. Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Вы. Че ты там бубнишь, а? Это я про себя, вырубить, говорит, потихоньку, да? Эй, Ермак, пора тебе на свалку. И тебе пора. Старость не рад. Стойте. Идемте. Погодите, погодите. Стойте. Банк из склянки. Отлично, теперь кидайте. Куда? Надеюсь, шум его отвлечет. Отлично. Куда-то не туда. Прямо ему под ноги бросил банку, он такой... А? Идемте, скорее. Проходите быстрее. Удачи вам. Спасибо. Эта система вентилирует весь командный центр. Он вообще небольшой. Попробуйте подгадать момент. Я, конечно, постараюсь помочь. Ну, же, понимаете, боюсь, да я никакой. Ну нахер. Получи. Говнюк. Время умирать, сволочь. Хуже фашистов. Получи, мразь. Рэмбо Артёма. Артём! Господи, живой! Ты ранен? Чуть-чуть. Жетон Хантера. Они в жетон попали. Ах ты ж говнюк. Сам такой, нихера себе. Вот ему. Не дергайся. Слушай, ну кино прям вообще. Идиоты! Давай тебе! Идиоты? Это ты сделал? Военного времени! Одного расстрела мало! Это широкополосный подавитель радиочастот! Что? Глушилка! Москва не слышит никого! И Москву никто не слышит! Зашибись! Все из-за вас! Теперь мы услышим весь мир, и нас все услышат! Весь мир живой! Ты слышишь, Артём? Слышу. А чё она седая? Или она... Слушай, она посидела! Неужели после того, как Артёма застрелили? По-моему, у неё были нормальные волосы, а чё они у неё сейчас светлые стали такие? Ты понимаешь, что ты был прав? У неё же седые волосы, да? Слушай, они смеки светлые. Там не только... Она реально посидела. Россия! Там весь мир, Артём! Зачем? Да потому что война все еще идет, а вы как дети малые. Серега! Говнюк. Скоро вся охрана здесь будет. Черт. А, не стреляйте. Тёма? Я с ним. С вами. Бежать вам надо. Ваше.
Оно вместе лежало, я и умыкнул. Деловой какой. Взял и умыкнул. Охрана. Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Быстрее, сюда. Все, дед разрулил. Молодец. Она просто осветитель нашла. Сразу взяла и нашла такая. Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, проберитесь в ангар. А там бомбдаст вывезут. О, на поезде будем кататься. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Снайперить полезла, да? Тёма, не забывай про датчик видимости. Окей. Не летишь на свет, заметить тебя сложно. И индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Три патрона всего в пистольерас. Все такой хитрый. Это типа ваши. Нет, у меня было патронов побольше. Тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Так, а что тут вообще в целом есть? Этот сортир? Да, на Артема ей насрать. Что это такое? О, фильтры. А больше ничего? В сортире лампочка есть, да? Че, обратно пошли? Ну отлично. Блин, ну Артем, ну перелазь, господи. Ничего страшного нет. Еще фильтры, это хорошо. Опаньки. Опаньки. Что у меня в целом есть-то еще? Автомат. Какой-то обдрызганный. Под настроечка косит. Осветление. Однозначно под меня. Под кого еще косить? Да. Да я лучше на передовую. Это же рухлядь ржавая. Ну и что, стреляешь? Стреляет. А куда? И вот смотри. Вот если игра отслеживает поступки персонажа, да? Главного героя. Вот... Я видел, как при мне только что убили там старую женщину и молодого парня. Без оружия. Просто взяли и пристрелили. Вот как после этого взять, не убивать всех этих мразей? А? Такой прям ледяной. С холодной зимой. Да, согласен. Мне тоже нравится. Особенно сейчас, в наше время, мне нравятся такие игры больше всего. Из-за того, что зимы вообще не было. Яна предлагает поубивать. И к черту, какая концовка будет, если она тут меняется, да? Наверху, гад. Говнюк. А-а-а, убивают. Убивают. Классно, Артём, ты стреляешь из пистолета. Короче, хреновый заход в этот раз. Да, Алексей, да, Алексей Алексеевич, стрелок из вас такой себе. Внимание, в командном центре произошла беда. Противник там. Артём, меняю позицию. Вижу его. Противник огонь открывать не предупреждение. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Внимание! Все, отыгрался.
начинает работу. Смотришь на них и такой: мы русские, с нами Бог, он накажет, а мы хорошие, мы не будем. И фонарик не включай зря, могут заметить. Хорошо, я включу. Артём, к тебе идут двое. Пускай идут. Можно попробовать не стрелять в них, а именно как-то втихаря поубирать по одному. Тебе идут двое, но что-то как-то недалеко идут пока. А может, я как-то проскочу, а? Пока они тут будут торчать. Я же в прошлый раз там где-то за лестницей завис. Ну что-то с крыльца начинает тоже палить. Да, опять лажа получилась. А ты ж твою мать, ты посмотри на эту гадость. Ладно, война так война, в чем проблема? Он что, не погиб, что ли? А что за Б? А, забрать патроны? Ой, как вовремя патроны закончились, капец. А ты ж гадость, ты глянь на него. Подбили меня. Подбили. Ай, маслину словил. Не нужно нам это освещение. Лишнее. Отлично, молодцом, детка. Так держи. Внимание! В командном центре произошла диверсия. Артём, меняю позицию. Давай. Артём, ангар рядом. Огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Можно прорваться. Ну давай прорвемся. Это я мог здесь все по стелсу, типа пройти незамеченным, да? Я что-то, честно, не нашел никакого способа. Может, он тут есть, но я тупой не вижу, как всегда. Хер с ним, погнали. Баю-бай? Ну давай. Укладывай себя спать и ногу свою укладывай спать. Давай, спокойной ночи. Че, все, устал играть? Кто? Кто устал играть? А что там было еще? Лисоджо. Что там он написал? Потом я наудалила. Артём, отлично. Мы внутри. Это был бот или какой-то вредный... Всё, вредный Артём, человек? Да как его снять-то? Осталось найти Ермака. О, как. Окей. А, я вот здесь мог пролезть, типа, ничего себе. Ничего себе.
Этот пистолет получше, чем мой. С прицелем калиматерным. Бот, ну ладненько. Да ладно, спасибо. Баночки, скляночки. Сейчас они ввели новую механику. Отвлечение врагов. Тоже неплохо. Памятка. Внимание у всех сотрудников особой службы охраны системы. Щит. Знакомые насчет щита, да? В текущем квартале участились случаи попытки прорыва кольца обороны шпионами и завербованными агентами. Все, куда? Да куда ты? Куда-то скроллится само по себе. Ну-ка прекрати. Завербованными агентами из нехарактерных демографических групп. Женщины, старики, подростки. Ничего себе. Это доказывает высочайшую эффективность действия особой службы охраны, не оставляющей противнику шансов на успешное вскрытие наших рубежей обороны и ведение подрывной деятельности обычными средствами. Кстати, тот Сэм, иностранец, который нас встретил, который наш товарищ... Возможно, это просто как когда-то какой-то переехавший сюда из там из-за рубежа, из тех же штатов, да? Какой-нибудь специалист, сотрудник, там, просто человек переехавший. И вот он оказался в такой ситуации, что его бомбили, по сути, свои собственные. Именно поэтому все сотрудники ОСО должны относиться к своим обязанностям с особой ответственностью и без колебаний применять особые меры к задержанным всех категорий. Помните, враг хитер и коварен, он в отчаянии и бросает в бой последние резервы. Однако враг все еще силен, а крыса, загнанная в угол, наиболее опасна. Вот че они. У них этот психоз, что вокруг враги. Че? Правый бампер, чтобы выбрать. Тут немножко другая механика, смотрю. Доложите готовность. Что за хрень такая? Надо ремонтникам сказать. Группа В, продолжайте патрулирование двора и генераторной. Группа А, проверьте зону ветряков. Потеряна связь. Не будем почем зря людей убивать. Только не оборачивайся, только не оборачивайся. Тебе это не нужно, получай. Пара уже по репе. В бутылку-то лезешь последнее время. ЧП же, перемещение гражданских запрещено. Ну да, а паровоз ты за меня готовишь? Вот Alien Isolation, если толкаешь вот такой какой-нибудь предмет, начинаешь шуметь. Ни люди, ни игроки там, ни чужой, никто на это не реагирует. Вот интересно, здесь персонажи реагируют на предметы, которые ты там толкаешь, бьешь. Может быть, тот случай, когда я подергал дверь запертую, и на это среагировали. О, кто там шумит? Что-то было? Ты это слышал? То есть, возможно, это тоже заскриптовано было. Но кто знает, может, здесь реально все продумано? Группа Д, занять генераторную. Ага, вот и славно. Не придется геройствовать. Подождем, пока они уберутся.
репе. Все чисто. Иди обними дедушку. Обними дедушку, сказал. Чисто. Молодцы вы, добрались все. Нифига, Артемка. Одним ударом все там снес. Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Окей. Еще охрана, отбиваемся. Черт. Подруга, ты помогать будешь вообще? Где ты? Она как будто стреляет сквозь меня, и это вообще просто бред какой-то. Это так сильно мешает. Давай же, Артём, теряем время. Да, теряем. Кто б говорил? Я тут патроны собираю, чтобы мне было чем хоть стрелять. Врубаю поворотный круг, давай, врубай. Где он здесь? Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Твою мать, нихера себе! Вау! Просто одна очередь, и Артём просто слег сразу. Ладно, хер с патронами, погнали. А куда ты меня толкаешь, прекрати? Тревога! Всем группам немедленно в ангар! И вот то, о чем я говорил, то, ради чего я собирал патроны, чтобы у меня были патроны. Хера себе, что происходит? О, началось. О. Что происходит-то? Артём, не отпускай, а фак. И сверху на нее упал. Ничего себе. Ты как, живой? Ребятки, на подходы ручной. Артём. Твою мать. Полетело. Ну ты даешь. Да, да. Где? Я никого здесь не вижу. Не тот механизм, нет? Как дела? Нормально? Где чего? Артём, давай сюда! Так я здесь и был все это время. Давай. Ладно. Ай, косяки на косяках. Есть.
Что-то Артём зевает вообще. Hell yeah! Uh-oh. Hello? Что это? Ясно. Света шумовая, я понял. База, взяли машиниста с двумя сообщниками. Прием! Да блин! Так, этих в расход. Машиниста? Я не понял, что значит в расход? У не лезь не в свое дело! Это ты не лезь! Сейчас полковник тебе все разъяснит! Товарищ полковник! Тут Аня? Такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня! Какого черта? Нормально. Вот так добрый вечер. Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно. Невероятно. Черт. Так это что за херня? Ты на них работаешь? Нормально. Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Дошло, наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ полковник, да, это не глушилка. Люди из других городов. И да, тут их всех, молчать! Всех женщин, потом детей. Потом объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно. Артём, Аня, кто это же наши. Своих не бросает. Если не будет, то кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед. Артём, пошли выйдем. На свежий воздух. Ага, на свежий, очень свежий. Спасибо ребятам, что поддержали. Охренеть. Вот это поворот. Я тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И Артём, как дебил, рисковал своей жизнью, да? Думая, что до кого-то может там дозвониться, кого-то услышать может. Блин, ну как красиво сделали вообще. И пока ты ходил с этой рацией и хватал mm-hmm. рентгены, да. Отец просто врал! Да. Врал тебе, мне, да всем вообще! Всем! Чё такое? Ещё один паровоз поезд? Сейчас война начнется, да? Твою мать, а смотри на эту хрень! Прям стимпанк какой-то. Нихера себе! Самовар уронили, сволочи! В противном случае будет открыт огонь на поражение! А это что было, не на поражение? Сука, сколько же на нем брони навешано? А пулемет? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем? Крайнего найти! Вот чудило на букву М! Это ты все в паровозике. Огонь на паровозике. О, черт! Ты как? Порядок? Царапина! Отправляемся! Алешку пострелили, Алешку! Ермак, начинай исправлять ход. Пусть думают, мы послушались. Это ты правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный человек. Только не Алешка. Гранатами мы только краску поцарапаем. А если изнутри? Грубчатки маловато. Разве что всю в топку им засунуть! Давай, полковник! В жопку, а не в топку! Добровольцев здесь назначаю я! Пойдет Артём!
крайний у нас Артём пойдет. Артём. Ян. Все равно крайний, все равно крайний. Артём, как ты тормозил, прыгай. Говнюк такой, прыгай. Ты во всем виноват, ты крайний. Ты отдувайся. Ты что ли, Яков Борисович? Я. Некуда там ехать, Мельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так мы просто отъехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам. Сам понимаешь. Это дезертирство. Предательство. Ты охренел, паскуда? Меня предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. Так, и куда мне лезть-то? Что-то я не понял. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Вот оно как. Хочешь, планы? Чего ты так сразу сучара? Сколько лет служили верой правдой, кровь пилили! Врагу продался, а не нас дотла, а ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду. Всегда. Я сдохну, если надо. За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида. Нац. Ну-ка, отдыхай. О, а теперь на тени есть голова. То она есть, то нет. Я как и надеялся, что обойдется. Ну как, чего? Пару полуроды какие-то угнали. Из Москвы дёра решили дать. Вот и ловим. Больные, что ли? Сдаюсь. Это они! Они уже в вагоне! Сдавайся. Не убивай! Я его в пузине, он руки поднял, я его в пузине. Пью! Ладно, ладно, не убиваю. Будешь жить. С дырочкой в пузике. Проживешь, нормально все будет. Куда он, блин? Такой выпрыгнул, давай целиться, такой. Я не понял, что он вывалился, кстати. Вроде лес, спокойно, так и раз. Может, как что-то я неправильно сделал, да? Ваше время истекло, полковник Мельник! Мы сбавляем ход! Тормоза не к черту! Не волнуйтесь, мои люди помогут вам разобраться! Ух, все мелькает, все летит! И куда мне вы предлагаете? Ермак, готовься тормозить! Да я понял, я пытаюсь. Тормози! Тормози! Тормозите, суки! Тормоза заработали! Ах ты, сволочь! Отставить, братья Вэлли! Бить по видимым целям! Помните про технику! Не зацепите колёс! Я к тебе как человек... Пилота, как на поле! Ну все, теперь ты наигрался! Теперь и тебя, и приквоси твои!
Да че он задыхается, я понять не могу. Не стреляй, не стреляй! Все такие хорошие, все такие прекрасные, пошел вон отсюда. Артем, скорее, нас сейчас в клочья разнесут! Давай, 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 давай. Маску пробили. Вот я так и не понял. Вроде маска это цел... А, слушай, точно пробитая маска. Вот что он задыхается. Артема, держись. Ух, сейчас разметает между поездами. Держись. Вот в такие моменты в игре надо добавлять возможность там понажимать какую-то комбинацию, чтобы точно ты смог выбраться. Или типа того. А тут все на анимациях. С одной стороны, клево, но не хватает все-таки интерактива какого-то. Бум. Опасно, могли и нас подорвать. Исход, получено достижение. Оу, oh, yes. Да, я цел. Да вот вообще, да. Поздравляю! Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Ну а что поделать? Сам заварил, сам и расхлебываю. Артема во всем обвинил, такой интересный вообще. Мы стоим тоже, сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Всего чего? Всего немного отъехали от Москвы, как уже все нормально, и воздух чистый, и все хорошо. Проснулся. Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? То есть спокойно ходит без противогазов, воздух чистый. Короче, они тупо сидели в Москве, в подземке, и травились. И вымирали. По-другому это назвать нельзя. Вот то, о чем я и говорил. Выбирайтесь за территорию Москвы, которую бомбили в основном. И живите там. Чистый воздух, вся фигня. Не. Давайте сидеть в Москве. В изоляции, да? Да, точно. Фон в норме. Дурдом какой-то. Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. Ладно, окей. Не окончена. Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Вот оно что. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит» – сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя. Вот реально, объяснил бы все всем людям по-нормальному, по-человечески, чтобы не было тайн. Народ бродит где хочет и как хочет. Дохнет при этом, да, но хочет и бродит. Есть доступ к рациям, к технологиям. Люди начнут пытаться прорваться и выяснить, что да как. Если всех уведомить и со всеми договориться, то к чему-то можно прийти. И никто никуда, может, даже и не полезет. А так тупо никому ничего не рассказывать, самим все решить. И потом винить во всех... не знающих в том, что ой, вы начудили, сволочь какие. А вы дураки, не додумались, типа, да? Блять. Притом, вот в менюшке сверху, там вот, и при загрузке везде идет счетчик, как далеко мы уходим от Москвы, 108 километров.
Интересно, в какую сторону они поехали? 108 километров от Москвы, это примерно Клин, где-то тут. Где-то вот. Похожее место. Когда Артём с рацией ходил со своими... С рацией. Нет, нельзя! Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь, сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать? Провери лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Тут и трибунал мне нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Прикольно сделано, вот что у него на руке морщинки, волоски даже на пальцах есть. Командование обороны Москвы слышало про невидимых наблюдателей. Слышал, но это же что просто сказки. Тут по-английски говорят стоп. Они и есть. Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы. И что за ковчег? Если Артём поймает позывные, все узнаешь. Если нет, то и говорить не о чем. Ты думаешь, этот ковчег все грехи спишет? Нет, но если есть идеи, что делать, милости прошу. Внимание, да, говорит особый комитет по вопросу. Ну-ка, это что? Всем, кто слышит это сообщение, всем, кто хранит верность присяге, всем слушать. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Квадрат 18-5. Повторяю, объявляется общий сбор. Номер? Точка сбора. У нее шея из-под кофты вылазит. Нет, ну почему? Она так красиво все сделала. Неужели нельзя было достыковать, все довести до ума, блин, ну... У нее как будто кадык вообще. Вот наша цель! Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это! Проект «Ковчег» — это целый подземный город, огромные запасы, техника, лучшие специалисты! Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну! Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно! Сразу бы так, не? И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших! А с женщиной там, кстати, как ситуация? Орлы! Ну, раз такой случай, Дамир, доставай! Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это... Лей в самовар, будет чай особый. Поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. А мне налили? Спасибо. Фига он там налил. Это во фляге? Он всем так разлил? Что ж там за фляга, наверное, размером с рюкзак? А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Еще лучше. Да ну! А как насчет Авроры? Богини утренней зари и крейсер... ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивый. Вот бы на мою родину заскочить. Вообще норм. Ну, не доедем, аха. Ну, где ты, твоя родина? Потом расскажу. Значит, и решено. Тогда за Аврору. Достижение Авроры. Артёмка, до дна надо было. Что ж ты, Артёмка? Подкачал. Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак полный вперед. Москва, Ковчег. Пойду я порешу. Ничего воздухом, себе маршрут. Нормально, нормально. Ехать? Да, едем как-нибудь. Как ты, Лёша?
В порядке. Сдал от Амона стрелу в сердце, а получил от небритого мужика пулю, но мимо. Ты точно в порядке? Я ведь тебя знаю. Точно. А шрамы только украшают. Артём, на два слова. Вот. Сейчас еще чего на два слова. Пошел в жопу, я тебе не верю. Ну, я надеюсь, игра здесь где-нибудь и сама сохранится. А мы с вами на сегодня будем закругляться. Где-то в районе Уралах. Стоп, я видел свое село. Ха-ха-ха. Я даже рядом где-то будем. Ну-ка. Можно карту посмотреть? Ханты-Мансийск. Сургут. Что там еще есть? Уфа. Магнитогорск. С глушилок работать начали. Блин, вот он не может нормально встать так. Они меня чем заманили? А вот так можно, да? Опыт мой поможет жизни метро сберечь. Проведя станции, посты... Вот чуть-чуть левее, ниже Ковчега. Чуть левее, ниже Ковчега. Уфа, Магнитогорск, Самара, Оренбург. Вот я в Оренбурге одно время жил. Саратов. Казачок. Ижевск. Подвезли, говорят, до станции дальней. А станция-то там... С войны еще завалено. А потом я один как-то... Магнитогорск, отлично. Паровоз остановил и... Может, и в Оренбург тогда заскачем? Тех людей. Нет, и... Там эти дети. Что-то у меня карта... Почему? То ли зависло все, то ли глючит, но он меня не выпускает. Я котлован. И давай мне про шпионов. Ладно. Ну все на сегодня, наверное. Тоже что-то башка маленько мутная. Надо, чтобы все это улеглось как следует. В общем, что сказать, игру сделали хорошую, добротную. Но все-таки маленькие мелочи можно было бы и подточить, особенно после... Сколько времени прошло, как игра вышла, могли бы и доделать. Да. Вечно смотреть будем. Да, все, примагниченные будем к этому. К карте. Все, игра закончилась. Так, невозможно выйти из запущенной игры. Принудительный выход. Он Руто не решает, что эта игра запущена. Тоже мне. Ну все, все молодцы. Кто приходил, кто не пришел, пусть приходит еще раз. Всем хорошего вечера. Завтра продолжим. Пока. Задумался, посмотрел и умер. Да. Давай, счастливо, Лех. Пока.